Так, немножко Таркова. И потом уже по делам. Так, сейчас я немножко попробую постримить все-таки не через проц, а через видеокарту. Я таки нахимичил. Интересно, что из этого выйдет. Я думаю, все-таки с моими фильтрами на гамму, контраст, плюс Post FX, которые в игре, мне кажется, все-таки будет хуже, чем через проц. Но посмотрим. Ни хрена, у нас минус 3. Ебать. Ветер дует с юга. 3 километра в час. Влажность 78. Бля, хуевая погода. Ну, я уверен, я со 100% вероятностью сейчас получу пизды. Со 100% вероятностью. Кир, конечно, неплохой для первой катки, но вот БП патроны. Если бы еще были БТшки. Да ладно. Так, если мне сейчас повезет, как в прошлом патче, я зашел разок поиграть, зашел, решал, отпиздил, забрал карту, пошел на лабу. О, хороший спаун. Это хороший спаун.
челики, скорее всего, уже наверху. Но мне в первую очередь надо залутать куртки. Мне нужны ключи. Челик там в проходе, блядь, мне надо неудобно пикать. О, я по ним попал. Я по ним попал. Ну чё, петушок, давай, повоюем. Ебать, я ему вантапчиком садил. Так. Смысла пикать, он смотрит проход, я как выйду, я труп. Я тебя слышал, дядя. Ох, какой ты у нас жирный, как поезд пассажирный. Так, сюда. А это все мне. О, ты так добрый. Так, делаем проще. Делаем вот так, вот так. Я учусь технике быстрого лута. Это сюда. Это сюда. Сюда. Так, у него где-то его товарищ должен быть. Окей. Окей. Так, я человек простой. Нет, крепление нахуй не надо. Я буду от бедра хуярить. Так, крепление нужно брать. Сюда. Вот так вот. Так, что я могу слямзить? Это все мне нужно, это можно выкинуть потом, если что. Вот так пока сделаю. Ну, товарищ где-то может быть рядом. Надо быть аккуратней. Ты
Кстати, интересно, там все, по идее, на стриме нормально видно, по идее. Конечно, не эксперт, но... Так, что еще у него? Все у него? А, вот. Так. Сорок четыре. В принципе, нормально. Его товарищ, кстати, может быть где-то тут. Я вот так думаю. Либо он помер. Бля, как же неудобно в Таркове поиметь. Это что за хрень? Премиумный квас ядреный. Хуяся. Так, тут еще две курточки надо залутать. Кстати, я думаю, надо вот эту херню сюда пока. А вдруг мне придется реально поснайперить? Пускай тут пока будет. Ой-о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 й. Ох-ох-ох. Не буду, сколько он стоит. Но если так же дорого, как и раньше. Это хорошая находка. Че я еще, кстати, могу дорогое положить? Я думаю, анальгин изи можно достать, поэтому беру пока вот так. Интересно, где его товарищ? Чела была повязка. Я думаю, пришло время нам посныпереть. Бля. Рядом. Блять. Мне надо еще присесть, иначе меня с окна, кстати, въебут. Я только не пойму, он наверху... Не, он, скорее всего, внизу, но, блядь. Его с окна могут въебать. Блядь, я между застрял, ёбаный в рот. Он меня здесь ждет, поэтому я сейчас на похуй просто выйду и мне... Ай-бай. Блять,
Нихуя не видно. Ага. Здрасте. Он тут был. Дверь эта была закрыта. Ты куда ты съебался, дядя? Он странно себя ведет. Это мог быть бот, конечно. Вроде тут никого не должно быть на этом этаже. А, он сверху. Окей, я понял, блядь. Я его забайчу. Шо, Вася? Спускайся, получать пизды будешь. Сейчас цена и будет. Окей. Мне это похуй. Я тебя наебу. Какие-то говнопатроны, блядь. У меня гранат нет его выкурить, я бы его выкурил как-нибудь. Но, увы, у меня нет гранат. Тактическая пауза. Пауза. Бля, у меня броню раскосал. Мне надо его идти реально ему ебало сейчас снести. А, по-любому слышу, если он ко мне подойдет. Ему надо либо перепрыгнуть, либо спуститься по лестнице. Так.
Ничего, ссыкло. Я тебе балок бить иду. Давай, иди сюда. Хуило. Слышь, патронами он еще бегает мне тут, блядь. Хуй, блядь. Уебок. Блять, вот это меня бесит, вот эта его выносливость, блять, нулевая. Я думаю, пора переходить к тяжелому оружию. О, здрасте. А кто это у нас там бегает, а? Позвольте узнать. Ну, это логично, нормально. Ебало, не регает. Зачем регать? Зачем регать, правильно? Блин, я думаю, я даже знаю, что я сейчас сделаю. У меня есть такая интересная идея. Если я в лабу не могу пойти, так как у меня нет ключа. Кстати, ну, нормально его нет, в принципе. Если я в лабу не могу пойти, тогда я сделаю так. Так, сколько ключ ТПП будет стоить? Ну, в принципе, лучше, чем ничего. Так, а патроны, скорее всего, этот возьмет механик. Да. Ну, лучше что-то более такое отдельное положить. Так, ладно. Мы делаем вот так. И вот так. Пистолет, конечно, но потещу свою меткость. А, у него еще 4 левела броня, блин. Единственный минус, блядь, я не ебу, какие там выходы на карте за дикого. Я вообще в душе не ебу, как с резерва на диком выходить. Вроде если спуститься с башни вниз, там вроде должен быть один выход, вроде бы, но это не точно. Так, что мне надо сделать? Пойду я в этот бункер чекну. Это как? Так, выносливость, восстановись, потому что у меня сейчас будет тут веселье.
Ёб твою мать. Слушай, мужик, давай ты будешь немножко так поаккуратней. Ты где? Только так. Блять. Господи, какой же долгий поиск, бля, я сейчас сдохну нахуй. Блять. Окей, хорошо. Это такого левела? Четвертого. Четвертого. Логично. Сука, блядь. Ой, блядь, чувствую, сейчас меня, блядь, ждет куча веселья. Интересного гейплея. Куда же без этого? Так, я человек простой, блядь, нахуй армор брать вообще? Нахуй он нужен? Блядь, а где мои магазины под калаш? Стоп. Я что, все забрал, что ли? О. Да. Ну, окей. Хорошо. Ну, тогда мы идем налегке. Так. Так вот. Так. Так, анальгин есть, аптека есть, гемостатин есть. И пропитал на всякий пожарный водоруб. Что-то там будет необычное. Так, магазин есть. Все, в принципе, мне больше ничего не надо. Единственное, сколько у меня гидрации? Окей. Поем похавы в рейде. Так, там мошку еще раз пойти. Берег. Не, берег точно не пойду. Без ключей смысла нет. Резерв с таким гиром хуйня полная. Лес я, ну, его изменили. Завод, не варик. Таможку, думаю. Так я ж тебя звал, блядь, уёбок, в Тарков идти. Угу. Я тебе пишу, ты там сидишь, блядь, какой-то хуйнёй страдаешь. Какой-то, блядь, там это, стратегии.
Ну, я так еще думаю, часика 3, если меня хватит. Потому что мне уже хуево. Бля, пиздец, я заебу сейчас 10-й левел апать. Пизда. Да, блядь, уже, блядь, вторая перестрелка, блядь, в первой катке. Стреляешь челу в голову, блядь, там пули рикошетятся, блядь, нигерскими хуями куда-то, блядь, в небо. Вторая катка, блядь, ну, зашел на резерв на диком, думаю, ща там, а, там трупик лежит, пизда, ты думаешь, ща его лутану, блядь. Смотрю, бот, блядь, спиной ко мне, я ему даю в голову, он разворачивается одной пулей. На, нахуй. Четвертую броню, просто, ему похуй. Ему просто похуй. Не, я еще, конечно, подарок не забрал. Но я не думаю, там, что там что-то такое, блядь, невероятное. Я думал что-то пораньше подрубить в итоге. Ну, что-то вроде... Что-то не захотелось. Желание как-то отпало. В итоге думаю, ладно, делать все равно нехуй. Там, я надеюсь, не ПС-ки хотя бы, а там, ну, БПшки, наверное, расщедрились. Просто проблема еще в том, что окей, даже если есть пиздатая пуха, нужен маломальский нормальный четвертый армор, либо бронеразгрузка и нормальная каска. У меня ни того, ни этого, блядь. Типа я не понимаю их логику тупорылую, блядь. Ну, блядь, в чем прикол, блядь, бегать как бомж, просто сосать хуй до 10-го левела? Ну просто идти фидить, да ты по факту просто идешь фидишь. Либо, блядь, ты сидишь полчаса, блядь, в рейде, в крысу где-то, блядь, заныкался, под конец вышел, там что-то говно подлутал, блядь, весь все барахло собрал, вышел, типа, и тебе дают, блядь, этот опыт, нахуй. Ты так до 10-го левела доходишь. И, типа, это бред. В чем проблема? Дать, блядь, доступ на барахолку сразу. Зачем я должен, блядь, заставлять себя играть с говном? Но у меня в этот... Полноценное издание. Да тут говно полное, блядь. Это бронеразгрузка четвертая, и у тебя две третьего левела каски, блядь. Заебись. О, пиздатый спаун. Не, ну у меня задача простая. Я сейчас по максимуму буду стараться клю... О, уже кто-то там ведет. Вон, ползут, ползут, ползут. Глянь, глянь, глянь. Гля, ползут, ебать. Куда ползете, блядь? Гусеницы, ебаные. Идите сюда, блядь. Сейчас выхожу, блядь, они меня слева ебашут. Потому что они там, блядь, в жопу ебутся. Говорите мне, что эти утырки, блядь, решили тут покэмпить.
Не, ну маломальский 4 левела, блядь, контент нормальный. Патрики хотя бы БТшки, блядь, а не БП. Я человек, который официально прошел Тарков. 2 сезона назад. Имею право, блядь, играть, как хочу. Блядь, элитный ЧВК с выносливостью 5-летнего ребенка. А толку, если меня, блядь, условный, блядь, дикий шотник ебало, блядь, с дробаша я лягу, потому что каски нет нормальной. Ой, я пожрать забыл. О, нихуя себе. Это подгон. Ебать, блять, вы чё, ебанутые? Пацаны, погодите, я похаваю. Вы не против? Мне бы сейчас этот... Память меченку бы открыл. Было бы весело. Хотя, мне кажется, я сейчас залечу и откисну сразу. Потому что тут либо в кустах будет какой-нибудь пидор сидеть. Либо наверху открываю, они там в 2 ебала меня встречать будут. Ну, ГГВП, я пошел. Хотя, ладно, по сейву, давай-ка так, знаешь, я ключи все-таки пришел искать, как-никак, ебать. Ладно, ключ тут не спавнится, окей. Дайте мне ключ от меченки, и все, у меня появится желание играть в эту помойку. Спасибо, ключ от автомобиля, очень нужно. Прилетаю через... О, уже кто-то там крадется. Кто-то, блядь, уже идет. Либо по централке, либо сейчас поднимется. Так, мне похуй на этих дебилов. Так-то, я сюда пришел свое финансовое состояние поднимать. Давай видеокарту. Удиви меня, игра. А, ну окей, это я тогда... О! Так. Ну тогда я заберу. Ладно, так уж и быть, я заберу это говно. Доки, кстати, полезные. Очень полезные. Ну, вот, как говорится, это как я играю, блядь, Тарков. Пожалуйста. Это хуйня стоит, РББК. Я думаю, до хуя оно будет стоить. Все, мне Тарков вернул смысл играть. Все, у меня уже, вот видишь, сейчас у меня уже появился интерес. Я даже могу пойти сдохнуть. Но сначала я чекну куртки снизу, конечно же. Вот здесь еще. Угу. Ох, я пойду наверх. Я все равно без брони, без нихуя, бля. Я по идее должен не умереть, блядь, наоборот. Наоборот, меня хуй шотнешь.
Да, я знаю. Блять, я так прошел вдоль и поперек. Я не буду знать только то, что добавили. А этот ключ старый. На второй меченке. Блять, не надо. На, нефть. А, это вообще дикий, блять. Ебать, он в такой позиции еще стоит. Интересно, где там крысы меня поджидают? Скорее всего, тут челы сейчас сидят, либо в крысы ждут, чтобы меченку открыли. О, сахар, здрасте. Что я могу брать? Думаю, аугментин он недорогой. Я очень сильно сомневаюсь, что он дорогой. Угу. О, запал. Нет, союз заполон они не нужны будут. Так, сейчас вот тут хуйня будет сидеть. Ставлю... А, нет. Окей. Неудобно аимить в Таркове после, ну, КС-ки там, других шутеров. Пиздец, неудобно. Инструменты. А, респиратор. Он мне нахуй не вперся. Казан сразу надо бы найти, вроде он нужен будет. Ой, блять, это хуевая пушка. Надо с... Ой, ежедневник вроде дорогой. Вроде бы. Я не уверен, конечно. Но он вроде бы дорогой. Так, мне надо быстро сейчас куртки. Это самое главное. Чем больше ключей, тем лучше. Наконец-то они закрасили, можно спокойно лутать куртки. Дай мне что-нибудь интересное. О, кстати, а это дорогой ключ. Причем сейчас я пойду открывать эту комнату, там есть сейф. Круто. Начало мне уже нравится. Так. Пойду сразу сейф открою. Это надежнее. Потому что остальное я еще успею.
Заебись, я, кстати, нужные ключи нахожу, это очень хорошо. Мне это нравится. Потому что... Да, важнее находить нужные ключи. Рот ебал, блядь. Так, на всякий случай еще один магаз заряжу. Да, я понял, короче, просто стрелять на уровне башки, зажать, и на рандоме залетит там одна пуля. Ой, ёб твою мать, там уже М-ка, блядь. Я слышу этот фулгрейд, блядь. Так, ну что, петушки, ты мне рюкзак принес. Нормальный. А, нет. Блять, хуёво. Жгут эсмарха мне нахуй не вперся. Сайгу лучше возьму, если кто-то сблизи подойдет, ему ебало снести. Угу. Так, полон, окей. И прицельчик я могу сюда въебать. Все верно. Да-да-да-да, я знаю. Может, с этим ласточкин хвост крепление. Блять. Чего? Ебать. Ебать. Слушай, я такую хуйню первый раз вижу. Вещмешок мне нахуй не вперся. А визор это для... А, это говно ебано, не. У меня полное. Так, 214 вот здесь она. Угу. От ПСки они нахуй мне не вперлись. Ну что, давай, удиви сейф. Только не лев, блядь. Еще один ежедневник, окей. Рубли, рубли. Это дорогое, доллар не. Вот ежедневник надо убрать. Я думаю, все-таки глушак убрать. Он настолько важен. Теперь сейчас будем говно отсюда убирать. Вот это, вот так пока. Потом вот это выкину. Это можно сейчас уже выкидывать, потому что потом у меня времени не будет. Я думаю, ключ это, думаю, копейки стоит. И вот так вот. Ну все, в принципе. У меня уже места нет. Хотя... Да, они мне нахуй не перлись. Вот это, вот эта тема. Мне не влезет. Кстати, как картинка? Ну, не слишком темно, нормально видно. Потому что, по идее, там пиздец какой-то. Шаги. Окей. Я просто пару фильтров накатил. Блять, эти приближаются, надо съебывать. Так, бля, я уже штаб хочу нажать, нахуй.
Так, выход у общаги ЗБ-03. А вот это я не знаю где. Выход. Бля, пацаны близятся, надо съебывать. Они меня перехватят, по идее, по дороге. Вот, то, что мне надо, кстати. Блять, я бы даже вот это убрал. Что я могу положить дороже? 7300. Думаю, шину брать пока. Вот так. Это сюда. Ну, калаш лучше с Эгги. А он еще с БПшками, отлично. Так, пацаны в ту сторону пошли. Я пойду классическим. Что у меня, ЗБ-011 пойду выйду, либо 012. Выйду. Классически. Бля, я боюсь, что меня сейчас там только въебут. Надо как-то аккуратно их обойти, что ли. Таможку, да. Таможку еще до этого увеличили, я видел. А вот лес я не ебу вообще, как его отыгрывать. Так, чекну нычку на всякий. По идее, меня не видно должно быть здесь. Ох. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й. What the fuck, блядь, вы чё, рофлите? Охуеть. Так, ладно, это надо как-то... Окей. Окей. Пропан обязательно беру. Ну, я думаю, он до сих пор дохуя стоит. АПП невыгодно. Бля, мне и так дохуя, мне бы каску или армор какой-нибудь бы. Ой, 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 ой. Слушай, блядь, игра выполняет. Ой. Ебать. Слушай, прям все мои желания сегодня исполняются. Я еще это заберу, блядь. Угу.
Так, это просто же разгрузка, правильно? Да, окей. Белочная игрушка, я думаю, дорогая, но, блядь, я не знаю. Хотя, блин, на нее так похуй. Ладно, окей, сделаем вот так. Патроны дорогие. Я заметил. Так, она вот здесь вроде где-то вторая должна быть. Только я не помню точно где. Она либо... Я уже не... Если честно, я уже не вспомню. Блять, снайпер. Где нычка, напомни мне. Она вроде где-то там же. За помойкой. А, вот, все. Окей. Меня, по идее, снайпер не видит. Ну, типа, окей, я возьму. Место есть, почему бы и нет. Теперь мне надо как-то снайпера отбежать. Угу. Блять, ну как же, блять, можно было наебаться, блять, там пидорас лежит. Вот ты нигер ебаный, блять. А это вообще дикий ебать. Чё, блять? Это пчеловод стопудово был. Ну это да, есть там пидорасы сидят. Обычно там, вот вдалеке, где катак КЗБ, 10-11 подходишь. Прям тут вкусай, поэтому всегда я гранатами там прокидываю, когда выхожу. Я даже спецом оставляю там куйву тучу. Не, ну в принципе я поднялся неплохо как-то. Нигербот, блять, если быть точнее. Так, ключи обязательно я оставляю. Это мне нужно. Обязательно. Так, а это все придется продать, только я не ебу кому. 12, 9 тысяч. Спасибо. Так шикарно, блядь. Ниже дневник продать. И что с этим мне делать, блядь? Что за хуйня? Вот, блядь, вот какая же игра стала пидорская, блядь. Вот типа, окей, ты вышел, блядь. Ты вот тут ничего продать не можешь на барахолке этой пидорской, блядь. Типа, что мне с этим делать? Пиздец, блядь. Какая же игра дырявая, блядь. Ебать, блядь. 30 патронов игольник, блядь, за 10 тысяч рублей. Ага, сейчас. А Никита, блядь, мою жопу отлизать не хочет, блядь, за эти бабки? Блядь, что за пидорасня, блядь? Ну, типа, окей, ему я эту хуйню солью. Допустим. Чем мне с этим говном делать, блядь? Сахар я его в жопу себе засуну, блядь, что ли? Сабля дырявая. Так. Дикий откадашился. Ебать. Хуяси. Так, стоп, на дискорде кто-то написал, стоп. О, мне ответил. Подарок, я вот думаю, да, забрать надо. Но не сейчас, мне так впадло, реально. Сейчас надо заходить, тем более аккаунт не мой, мне надо чела беспокоить, чтобы он кинул код, блядь, не, пизду. Так.
Так, я думаю, сейчас чаечку еще сделать. Мне надо будет потом уже через 2,5 часа уже по делам ехать. А, кстати, слушай, сейчас я тебе кину фото. Сейчас в личку. Как говорится, все геймером. Все. Так. Сегодня надо будет поехать три забрать, челу потом передать, и в итоге комиссию, и вечером можно бухать, как говорится, почему бы и нет. О, го, кидай ник, я твой ник уже не помню. Да, без проблем. Короче, на мой ник. А, ты уже этот сенсей сплинтер, ебать. Так, сейчас. Кстати, у меня же какой-то из кустов должен. А, ну двух я тут уебал. МП-133. Ей уже надо крафтить, блять, аптеки, сучка. Блять, не получится уже просто наебать купить систему. О, ты ж ебаный, ты нахуй. А это уже надо по гайдам смотреть, потому что я не ебу, что они там с лесом сделали. Там полная жопа. Так, дикие, куда пойдем? Я думаю, на таможку можно сбегать. Ключики поискать. Либо на резерв, в принципе. Акварик, я думаю. Пойти гир спиздить. Ну, я бы, если честно, на резерв сгонял. Там больше шансов что-то выбить интересное. Потому что на таможку идти дикими, в принципе, можно. Там вряд ли что-то можно прям такое найти. Ебать. Ну я тебя точно ни с кем не спутаю. Короче, го, знаешь, что сделаем? Если даже гермозатвор никто не дергал, пошли ёбнем гермозатвор и пошли пиздить ботов. Ну, типа, у меня калаш более-менее нормальный, боевой. А, я видел это, да, я уже шлем наткнулся на него. Это реплика этого обскора, блядь, сука. Да тебе вообще похуй, ты просто, знаешь, это зажми левую кнопку и беги просто вперед, блядь. Это хуйней. Так,
надо тебя дождаться. О, у меня еще коллаж автоматический, ебать. А, ну, конечно, блядь, без херни не обойдется. Патроны у меня топовые. Так, ты где, Вася? Так, что у нас по времени? А, у нас 10 минут, дядь, быстро. Мы сейчас на изи залутаемся и можем съебаться. Короче, я побежал. Ты, может, у меня сзади заспавнишься. Я так побегу в обход. Вижу кого-то на... Ага, стой, подожди. Блять, с моими патронами мне только ворон пугать. Ебать. Вот это жесть. Да-да-да-да-да. Это этот. Блять, вот знаешь, что самое? Я вспоминаю, когда резерв, блять. Когда я в свое время, блять, искал этого пидораса, блять, дырявого. Сколько, блять, я помню этот резерв, блять, дрочил. Я дня три нахуй, блять. Дрочил, чтобы ебаного... Ну, как этого пидораса еще зовут, блядь? Стиратель, да, стиратель. Чтобы этого уебка найти, блядь. Я нахуй 3 дня, блядь, хожу, блядь, просто по КД на ебаный резерв. Я не могу босса найти, блядь. Я 3 дня, сука, ходил. Сейчас захожу, на тебя, блядь. Хотите босса? Распишитесь. Получите. Логично. Так, думаю, второй такой бомж-заход можно организовать. Так, я думаю, уже взять нормальную разгрузочку даже. Чтобы было место. Ну, типа, блядь, я это не хочу брать. Я знаю, что возьму? Возьму вот так. Ну, типа, блядь, возьму я эту разгрузку. Меня вынесут нахуй, у меня нормальных патронов нет уже. Лучше бегать вот так, чисто. Порофлить. Пойдешь на ЧВК на таможку? Так, чисто оденься так. Очень, так скажем, легко. Непринужденно. Да не, забей, забей. Типа, я пока 10-й левел не апну, я спокойно играть не смогу. У меня свои сборки, как бы, блядь, у меня... Свой гир я вот не люблю. Вот. Потому что мне вот мне надо, чтобы была, блядь, ебаная барахолка мне открыта, и все, блядь. Я могу играть с кайфом, блядь. Все.
Я вот это терпеть не могу, когда ты, блядь. Окей, ладно. Я помню, когда Apple Ак Паши, там я сделал как? Я взял просто хуеву тучу, блядь, ВСС-ок, там, арморов, касок, рюкзаков, разгрузок. То есть я это все, вот у меня там целый кейс огромный был. Вот так, окей. Я там с нуля до пяти фастом апнулся, бля, причем я даже не умираю, я там один с рейдов подряд, без смертей. Окей, типа так можно, а вот это вынести там что-то, не надо. До 10-го я апнусь, я сам буду уже, блядь, выносить, блядь, эту помойку нахуй одной левой. Но мне вот нужен только ебаный 10-й левел. Чтобы было желание хотя бы до него дойти, потому что, блядь, я могу как в прошлом сезоне просто нахуй забить, типа, блядь, в пизду. Ковыляться там, ковылять до 5-го левела, до 10-го, блядь. Ебанаты, блядь. В чем проблема оставить, блядь, 10-й левел? Ну, 5-й, точнее. В чем была проблема? Ты 2 часа, блядь, у нее пострадал, все, у тебя левел есть. Одевайся так, налегке. Так еще светло будет, типа 19:00 еще светло. Батюсь кусач. Рюкзак я с дикого найду, условный там какой-нибудь. Разгрузка есть, все. Пушка есть, есть. Патроны есть, и все. А больше ничего не надо для счастья. Я если буду этот сезон отыгрывать, если, то я буду играть в другом стиле. Если когда я играл 2 сезона назад, у меня был стиль более такой тяжелый. Не надо, дядь, у меня патроны все равно говно, я никого не убью. Я все равно никого не убью. Не трать экипу. Просто так экипу не трать. Потому что, блядь, у меня патроны ПСТ, блядь, с ними ты никого не убьешь, кроме диких. Ну вот, у меня раньше, если у меня раньше стиль игры был тяжелый, когда вот, допустим, меня хуй пробить. То есть там идет топ-гир, топ-пушки, топ-лут. Сейчас я уже буду брать легкий гир. Вот прям налегке реально. И просто такую нормальную пуху и залетать просто пиздиться. Буду более агрессивно играть. Вон у меня, блядь, охуенный схрон, блядь. На дне там, блядь, говно какое-то валяется. Там наверху, там сбоку. Лента, блядь, дерьма, нахуй, которую не продать, ничего не сделать, нахуй. Я ж по привычке, блядь, кладу. Сейчас даже по факту смысла нет, когда ты что-то находишь дорогое, убирать под сумок. А нахуй, типа, блядь, если ты не выйдешь с рейда, забей. И не продашь это. И нахуй. Вообще под сумок даже, он нахуй не всрался, блядь. Единственное, что там важно, можно, вот реально, под сумок достаточно на 2 квадратика, теперь. Потому что, блядь, от него толку ноль, блядь, от этого подсумка. Достаточно 2-квадратный подсумок, туда этот, блядь, доки, либо сик-кейс въебать, и все. Больше ничего не надо. О.
Здрасте. Укатилась, блядь. Блядь, нахуй ты мне такой еще рюкзак, блядь, притащил, ты ебанутый. О, а дядя знает, что я люблю. Спасибо. Так, сейчас обыскать, все, погнали. Так, сейчас там опять, наверное, ползунки будут. Как насчет объединиться? А мне герой не мой, походу. Так, что тут у нас? Смотрим под ноги смотрим. А стрёмное местечко, да? Я ж поставил звук. Громкость звука в чата, блядь. Хули он не работает. У меня какой-то баг, блядь, постоянно. Я сам себя не слышу, когда какие-то фразы пишу в игре. Пиздали уже все здесь. Давай я первый на мясо. Господи, он сейчас задохнется, мне кажется, блядь. Это ты, ебать, хуй, испугался я аж. Так. О! Здорово. Ебать, блядь, в магазине на 45 патронов, блядь, эти иголки. Ебать. Там вроде наверху тело. Угу, да я слышу. Я, подожди, иголки надо брать. Так, это сюда. Он даже не то, что наверху челы. Там вот чел, блядь, я его заметил. Я просто ему дал шанс. Тут и жук есть. Нужен? А где че? Где че? Ну, здесь. Дикий. Ты убил его? Угу. А, ты уже на лестнице?
Нет, я здесь, внизу. До сих пор на втором этаже. Да, там, вон там. У него жук третий есть. Так, короче, я как обычно сейчас пойду ебальником светить. Сейчас подойди. Но сначала надо ключи. Ключики, ключики, ключики. Он пустой. Дай ключ нормальный, сука. Спецтехники. А в принципе он мне нужен будет пусту. Так, я на первый этаж. Как это, блядь, назвать? А на каком языке, блядь, вот это? Что это за хуйня? Мне еще один РББК выпал, блядь, ключ. Ловый. Пиздец. Дайте мне отмеченки этой, таможенной. ПЖ. Подожди. Дядь, подожди, я иду. Живой? Нет, здесь. Окей. Это я. А? Понял. Это такой у меня префайр уже теперь. Это прям эксклюзивный. Так. Слушай, дядь, я в бота положу кое-что интересное для тебя. Карман ему. Забирай. Ну, типа, у меня уже такое есть. Сейчас, сейчас. Сейчас я тут быстренько заберу этот. Ключи. Алло, игра, не зависай, пожалуйста. Так, ща. Нихуя ты у нас тут. Что тут? Сейчас слямзили, да? Вот уёбки. У, сука. Да, это я, это я. Стой. Нет, вот он! Да. Бот, ебать. Ты где? А, это ты, да? Окей. Блять, бот ёбнутый, нахуй. Ты серьезно говорю, это самая ёбнутая хуйня, которую я когда-либо видел. Вот этот тритон будешь брать? Чё брать? Уже 8 утра. Пора вставать. О, то что доктор прописал.
Все, руку ломанул. Смена магазина! Вон он! Вон он! Внизу еще. О, кстати, вот твоя реплика, блядь. Обскоровская. Так, газанчик надо найти, потому что я знаю, что я его потом не найду. Это что за херня? Окей, это мне не надо. Триста восьмой ключ. Да, да, да. Где вода вообще? Какая вода? А, она в соседнем. В соседнем душке. Сейчас пойдем 308 откроем. Там, правда, нихуя особо нет, но как бы ключ халявный, почему бы и нет, да? Так, 300... Ага, 309. Нет, не здесь. 300... Блять. 308. Где 308? Чё-то комната 308. Во. А, это тот самый бесполезный, походу. Да, 306, 307, 308. Да, это бесполезный ключ. Ебать, вот это он жестко гасит, блять, уебок. Пидорас, блять. Сука, вот эта дробь ебаная, она реально бесит. Буду хиляться, блядь. Алло, дура, блядь, чё он не хиляется? Погнали. Тут уже кто-то был. Надеюсь, куртки он не прочекал. Да, этот долбоеб не прочекал. Окей. Либо челобот был, либо хз. Как-то он странно все прочекал.
Ключ от комнаты 308 есть, если что. Ну там нихуя нет. Увы. А, мне кажется, это дикий челобот был. Потому что очень странно. Метко стрелял. О, Аленка. Тебя чел? Окей. Ты готова на улицу утонул? Что-то мне подсказывает, что это челобот. Ебать. Тут твоя бронька, ну, которую ты мне дал, фуловая. Нормально. Заберешь свою броню? Нет, ставь просто. Бля, мне тогда надо будет как-то... Окей, ладно. Сделаем так. Вот это. Здорово. Блин, так часто новые никнеймы вижу. Блять, люди мой стрим находят. Это, блин, интересно. Так, ну в принципе все. Даже водички можно выпить. Никогда в жизни с таким говном не играл. Я нахуй еще дробь взял. Вол. Так вот. Так, у нас 25 минут есть. В игровых трансляциях. Хуя себе, блядь, ебать, я популярный. Я думаю, потихонечку пойдем уже. Так, у меня пинг что-то начинает скакать. Меня сейчас может скикнуть нахуй. Сервер какой-то дырявый попался. Ты внутри? Да. А, не, все нормально, все нормально. Слышь, где вода? Воду тебе? А, сейчас, подожди, дай вспомнить. Вот, блядь, дядь, тут даже прям эта херня стоит. Включай, блядь. А это какой нужен ключ? 206. Не, у меня пока его нема. А, ну хотя да, это у тебя же тоже пока 8 левел. Точно. Так, что еще можно полутать? Пошли нычки тогда полутаем. А, ну иногда бывает у меня... Блять, алло. Стой, подожди, у меня есть идея. Я хочу это проверить. Магия. Наконец-то они это сделали. Мне иногда бывает, у меня иногда может интернет пролагать, но в то же самое время еще иногда бывает лагает только YouTube сам. Так, я надеюсь, яркость, с яркостью все норм.
Кстати, нам вроде в эту же сторону, да? Да, СБ. А, у меня перевес, точно. Он сейчас сдохнет, блядь. Ну, плюс-минус, я думаю, да, уже. Потому что сейчас сколько времени у нас? У нас сейчас 7 утра. Ну, я постримил сегодня, ну, не так уж и много. Ну, я думаю, еще часик, наверное, побегаю, не больше. Просто меня Тарков бесит вот именно тем фактом, что у тебя барахолка открывается только с 10 левела. Вот это меня бесит, пизда. О, уже сидит тут шпион. Я сам в Швейцарии живу, у нас сейчас 7 часов, у нас с Москвой 2 часа разница, с Украиной 1 час. Бля, дай-ка я проверю, если я буду ползти. Вот ебать логика, блядь, дядь, вот просто пиздец. Типа... Да, ну смотри, в чем прикол. Я ползу, ты понимаешь, что я ползу, и у меня стамина восстанавливается таким вот способом. Там анимация больная. Так, нычку вторую мне, пожалуйста. Третью можешь сам лутать. Так, ну вот она тут. Бля, помню, я в прошлом сезоне я тут нашел, блядь, этот Генус 4, пуловый и этот вулкан. Так, дядь. Дядька. Дядя. Чё? Тут трупак. Вон. Ебать. С ушками. Смотри. Воу. Кек. Я тебя потерял. Да я тут над трупом прям. Ну где нычка это же самое? А. Ебать. А, у него МП-9, ебать. А что за патроны? А, блядь, нет, пизду. Так, уже темно, надо съебывать. Да? Ну, еще плюс куча других игр. Просто... Я их не успел застримить. О, беру. Я не особо занимаюсь раскруткой. То есть, вот, ну, если честно, вообще. Так, это мне уже не надо. Так, давай расхерачим вот так. Так, ну все. Спасибо. Это чисто мое хобби. Я чисто стримлю, если честно, для себя. Сейчас, правда, у вас нихуя не видно будет, по идее, потому что ночь. Я стримлю так чисто для себя, это мое хобби, как бы. Снайпер. Давай его ёбнем. Блять.
Не, это я случайно, короче, жму не ту кнопку. Ну, забей. Так, ладно, уже на выход надо, у меня лут не уместится. Какой сервер, а? Вот тут еще нычка. Так, подожди, я тебя потерял. Я там его вокруг. Вот, видишь? А. Вот тут нычка. Не, обычно тут нычка для долбоебов, которые кого-то кемпят. Причем здесь она пиздатая. Так, я же не зря гранату берет. Блять, вот его это дыхание. Какой сервер? У меня сервер есть Дискорда, но там мало народу. Чисто мои друзья. Я пока так далеко не планировал идти. Паемся, блядь, сколько можно уже? Так, выход обнаружен. Ну, как бы у меня подписот особо-то и нет. А так, в принципе, все, кто меня смотрит, ну, из моих друзей, они все на серваке есть. Так, у меня, как обычно, одни дикие, блядь, сейчас будут. Блин, побыстрее было влапнуть. Сука. Так. Ну хоть что-то я таки вынес. А, окей. Я так особо не сказать, что прям заморачиваюсь со стримингом. Так, чисто иногда. Так, сейчас. Секунду. Как и канал звоню, моим никнеймом Beast. Кто-то меня зовет Beef, кто-то Beast, короче, как угодно.
Правильно, бист, как я и задумывал изначально. Так, сейчас, секундочку, я отвлекся. Так. Что мне нужно сделать? Мне надо выложить все дерьмо. Потому что у меня по кнопке в диске. Ну, чтобы тебя пиздежом не донимать. Сейчас, 2 минуты. Ебанут. Ну, короче, с этим. Вепер Хантером и глушителем. Ну, блядь, пизда здорово. Сейчас увидишь, причем 5. Ну, давай так. Я не помню, я даже вообще кому-то. Не всем даже друзьям я рассказывал про. Не-не-не, это, ну, это даже не S. Не-не-не-не, это даже не S. Смотри. Я многим не рассказывал вообще, откуда этот никнейм был взят. Это еще я его придумал в 2013-м. Так вот, есть один веселый человек по имени Брок Лезнер. Ну, его никнейм The Beast, его называли, если не ошибаюсь. Так вот. Я подумал, что если можно как-то видоизменить, потому что бист как-то банально. У него, помню, был прием F5, его финишер. Ну вот, я решил, что сделать. Букву F, мой никнейм правильно пишется, в Дискорде он у меня правильно написан. Буква F должна быть, типа как вот A в квадрате, вот именно маленькая F сверху, потом идет пятерка в виде S, она и есть S. Так, если что, это бист F5. Если прям полностью прочитать. Так просто бист. Оригинальный никнейм я себе взял из-за Лезнера, что если он ебашит, допустим, жестко в UFC, то я буду стараться ебашить точно так же, но в виртуальном мире. Как-то так. Ну и F5 обновить, ворваться. Не надо на меня пиздеть, блядь, не надо. Нихуя подобного. Так. Да, надо это дерьмо разобрать. Потому что с этой броней не пойду, я пойду вот с этой битой. Так, сделаем пока так. Хотя, в принципе, блин, мы сейчас на диких. Что взять, мы же на диких, правильно? Ох, нихуя у меня. У меня, бля, такой дикий. Ну так надо это, тогда смотри. У меня дробаш, поэтому у меня только close range. Я таможку опять предлагаю, потому что... Блять, ну... Да погнали, попробуем резерв хотя бы. Блять, с дробашом. Ну ладно, похуй, пошли. Да, я тебе достану что-нибудь, у меня такая пушка есть. У меня это Илюша Борзый, блядь. Сука.
не для уха, работяга. Ты видел, она, блядь, размером с дом, нахуй. Сука, блядь, ты чё бы... это, блядь, знаешь, это... Как тебе сказать, да? Может, знаешь, что сделать? Смотри. Если вот стучал, кого из чата нет, знаешь, ты вот такой рестуешься на карте, да? И ты врубай на всю fucking slaves, get your ass back here! Вообще, типа, этот вепрь, он же одна из самых опешных пушек, типа, он дико дешевый, и езжают по одни из самых лучших снайперских патронов. Ну тогда да, эти же, да, которые М80, М62, М61. Да, это не снайперские, а СА, вот эти. Ну это эти, 72 на 51. Ага. Ну они эти марксманские. Они там на Скары, потом на МВС, на этот, М14 ЕБАР они идут. Я что, разбираюсь, блядь, в пушках. А, бля, у нас... такую уродливую пушку сделать, я просто не представляю. Блядь, у нас опять погода хуёвая, блядь, что пизда. Не знаю, короче. У нас вроде нормально. Да мне опять ехать, мне ещё этот, ехать три взяхи еще забирать. Потом челу передавать все шесть. Бля. А еще впереди там столько партий, блядь, это... Ты чё там это? Ну, а, блядь, как бы, смотри, я сижу... Не, я-то нет. Слушай, дядь, смотри, такая поговорка есть, она просто идеальная. Во время золотой лихорадки реальное бабло поднимает продавец лопат. Вот и все. Ну. Нахуй мне рисковать? Тебе никто не гарантирует, что у тебя будет вот столько-то прибыли там за такой-то срок. Тебе никто это не гарантирует. Ну... Вообще гарантируют по факту. Ну типа... никто не гарантирует. Нет, в смысле. Ну, то есть, ну да. Окей, допустим. Вот ну, короче, смотри, сейчас по-любому собирать именно ферму полноценную вообще смысла не имеет. Вот именно. Что, типа у тебя по-любому будет там под жопой дата-центр, типа ебанутый, вот этот с миллионом, блядь, этих RTX, вот именно, да. Показывал. Вот это типа не имеет смысла. А вообще. Типа, ты можешь, например, своего компа, если он достаточно мощный, майнить. Знаешь, как есть, типа, эти, как они, клаудпулы, или как это называется, где, короче, ну, мощность компа твоего забирают, майнят, тебе выкидывают. Ну, ты не забываешь, что тебе такие копейки будут выкидывать, что ты там даже электричество... Не прям копейки. Ну, то есть, ну, смотри, это копейки так, в принципе, но вот, например, курс битка подскочил, у тебя эти копейки, типа, преобразовались в сумму. Типа, дядь, вот ты вообще, брат, короче, хуйней занимается на двух GTX 1080. То есть, вот у него комп работает просто, и он, ну, пассивный. Сколько он в месяц зарабатывает? А там не в месяц, он говорит, он типа просто в конце года, типа, смотрел, там, типа, с топом кайф, что-то того. Ну, блядь, что-то пиздежом попахивает таким. Ну, может не 100, да, может я... Не-не-не, ну, потому что я сразу скажу. Там нормальная сумма. Дядь, смотри, серьезно. Смотри, из 6... Да, блядь, завали ебало, слушай. Из 6 3060 Ti майнить в месяц, если учитывать еще тот факт, что у тебя бесплатная розетка, то есть у тебя реально фришная розетка, ты получаешь где-то чуть больше 100 баксов с каждой видяхи. Не, да, я возможно, пиздял. Так... Слушай, то есть, внизу. Чтобы... Так, я в этом, я внизу. Где? Вот тут я, давай, я. Пошли туда этот, выйдем аккуратненько. Блин, вот тут эти ключи не помешали бы. Где? Ну, слушай, а, у меня тоже... Ебать. А вот у меня, короче, этот, и шина, и, блядь, гранаты, и газан, блядь, и паракорд, блядь, ебануться. Ты что, сумасшедший, блядь? У меня тоже, блядь, такой прям нормально залупано. Касочку такой. Что, пошли убивать этих тогда? Угу. Это про майнинг. Как переключать картинку прицела? Собирать ферму, это... Кстати, папе что, посидеть на входе? Слушай, блядь, давай так, ты за ящик, я в этот проход, блядь, и все.
Вот у вас ствола, блин, а в итоге мы друг друга шотнем, блядь. Не, ну мы как-нибудь. Потом уже сидит сейчас, ну там. У меня гренки есть. Так, подожди, надо аккуратненько. Да-да-да, про битки, про эфир. Ох, 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 ох. Это чел, дядь, это чел. На мне чел здесь. На мне чел. На бля. Ну, я имею в виду этот. Здесь именно труп чела. Ебать, он, блядь, рипами стреляет, хуяси. Поэтому давай так, не выебывайся, потому что мне кажется, сейчас тут этот, опять, блядь, босс. Тихо, тихо. Я нашел убийцу, походу. Как он понял. Че такое? О. Так, слышишь? Я такую тут одну. Убрал, окно нашел. А прицел какой-нибудь будет? Ну, я могу тебе все приотдать. А? Мне любой... А, мне просто обычный прицел нужен. Ну, на планку Пикатинни. Так, ладно, похуй, иду этого лутать. О, ебать, там жирненький. А похуй. Сверху, я сверху. Я сверху на тобой. Гренки можно хотя бы пособирать. Слушай, мне кажется, они в поезде тусят сейчас, челик оставшийся. Ты не хочешь? Так, сейчас, погоди. А, это хуйня. Ну, блин, мне как-то их расшануть. О, касочка. Стой, 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 стой. А, это шапка-ушанка, блядь. Спасибо, игра. Раса третья, это четвертая. Окей. Сейчас подожди, я нормально разгрузку возьму. Соберись. Да, одевайся. Тут прям. Слушай, мне почти уверен, что они бы. Тут ты за трупов. Я могу гранатами сейчас их закидать до усрачки. Я упал, если что. А, ты что, там разгрузочку нашел? Угу. Тебе нужна разгрузка? Угу. Бери, все. Забираем К3.
Да вот тебе нормально, вот оно. Пошли откинемся. ПТК. Так. Мне надо, чтобы перезаряжаться, жевать не могу. Слышишь, в этом коридоре друг друга просто ебут. Угу. Да, еще одну. Нет, никого. Выйдем, выйдем, нам бы полутаться. Вообще съебался. Ну, блядь, ничего не взяли. Это обидно. Съебывай, блядь. Я бы в наглую пошел бы еще один гермозатор дернул. А что толку, наверное, надернул бы еще? Они же не выйдут больше. Блядь. А может выйдут. Окей. Ну мне пиху, я пойду дерну. Ух ты. Успеем. Да норм, все просчитано. Не волнуйтесь, сенсей, все под контролем. Да, конечно. Здесь хуй во туча обвесу. Так, о, БТ, вот это я беру. Да тут прям выход у нас прям под ух... ну, под... около нас прямо. Это где он? Мне в очко прыгать не вряд. А, сбоку. Да вон, сбоку, да. Я уже даже забыл его, правда, но помню. Слушай, ну тут две курточки чекнуть. Нихуя. Да помню, как мне мозги ебали вот с этой сумкой. Говорили, тут БТ снаряды, блять, БТ снаряды, блять, БТ, блять. Мне кажется, она же рандомная максимально. У С это хуйня. Ух ты ж, сука, ебаная, блять. Угу. Так, вот ты так лучше не беги. Он со стороны вокзала. Либо сверху. Похуй, пошли на выход. Кажется, он на этой, на фазар. Не-не-не. Он сзади был. Окей, я жду. Именно до ДТК аббревиатуру нет, не слышал. Ты бегаешь? Да-да-да, я здесь, я уже у выхода.
Сошу последнего. Это я, если что. Ты все пропылесосил? Вроде да. Ну да, еще одну хочу. Вот что ты сам сюда прибыл. Тоже пойти, чё. Потом осталось. И нихуя нет. Блядь. С ногами. Я ж по привычке, блядь, танк вижу, я его вот так вокруг обхожу, блядь. А, ДТК, дульный тормоз, компенсатор. Понял. Я вроде правильно расшифровал тогда. Здесь не только компенсации, тут куча всего. Биткоин, тут ДТК есть. Бля, вот сейчас, знаешь, что меня больше всего, чем бесил Тарков, вот именно вот разбором всего лута, блядь, там сидишь, блядь, разбираешь, копаешься, блядь, пизда, вот мне это заебывало. Ну вот, мне тоже. Блядь, у меня еще какой-то магазин ебанутый. Ну это я знаю, дульный тормоз-компенсатор, есть просто тормоз-компенсатор, это для одиночных, для, скажем, снайперских винтовок, которые стреляют одиночными. Либо карабины, либо пистолеты, то есть именно тормоз-компенсатор. Есть просто компенсатор, он для оружия, для стрельбы либо короткими очередями, либо полностью автоматическим зажимом. Есть тот же самый пламегаситель, который частично компенсирует и отдачу, если стрелять короткими очередями. Ну и, соответственно, гасит пламя. Ну и глушитель, если нахер, то есть четыре вида обвесов именно дульных. Это я знаю, я вооружаю... Более-менее разбираюсь. Бля, вроде столько лута в тебя, типа, скинул, там еще сдох. Не раз до этого. У меня все равно все просто засрано. Тупо не пошли, пошли. Продавать жабу тоже. Я потом продавать буду уже после стрима, потому что пизду сейчас пока вот это ковыряться, блядь, здесь это разбирать, блядь, нет. Все, я... Дикого разгрузи. Ну, дикого типа разгружаю, все. Вот я не могу. Нихуя ты мажор, ебать. Все в дерьме. Серьезно, что-то... Раньше, по-моему, не было такой хуйни, так сложно. Какого ПСТшки продаются у этого же? ПСТ? Нет. Блять, у прапродажи ПСТ нет, у него ПСО, блять, вообще говно ебаное. У миротворцы должны быть. Да, вот они. Хотя, в принципе, нахуй не надо, мне их дохуя. Это три магазина, бля, один есть, тут 50, бля, все нормально, я готов. Ща, погодь, надо скинуть. Германию. Теперь сюда алтын. Прохожий. Зачем я прохожий? Ну что так? Я уже в Тарков не поиграю. Что, пока забанили, что ли? Судя по нику. Че ты микрофон включаешь? Зачем? Да у меня по кнопке он здесь просто. Ну, в Дискорде. Поставь вопрос. Бля, че выбросить, чел? Вот. Зашел мне все это. Ладно, хуй с ним, короче, дробовик нужен. Три слота еще под аксу надо освободить.
просто надо проебать. Я слишком жадный. Слуха, давай ты пока разбираешь, я пойду покурю, что я покурить хочу, пизда. Давай. Ладно, пойду пока. Быстренько. Смотришь.
Идем, ему скорее звонят. Алло. Что ты спрашивал, Мэс? Что ты хотел узнать? Говори. Сталкер? Нет, увы, в Сталкер я пока не играл, отложил до лучших времен, как и Ведьмака, как и некоторые другие игры. Да, сигареты. What are you smoking? Сигареты, я только сигареты курю, больше ничего. Что у меня на траву, у меня хуёво, мне когда даже кто-то курит рядом траву, мне, у меня башка начинает болеть дико. Серьёзно? Угу. Интересно. Сочувствую, чувак. У меня еще и обычный просто завален говном. Так, ладно, погоди. Что можно точно продавать? ТТ нужен. Натрий, хлор, всякое такое говно нужно. Тушенка точно нужна будет на квест. Обычная тушенка нужна? По-моему, нет. Терапевту продать. По 5000 за банку. Нормально. Ну-ка. Сгущенка на квест нужна, не помнишь? Угу. Mm-hmm. Так, а что тогда не нужно? Золотые цепочки нужны. Гвозди вроде нужны на стрельбище. Мыло. Мыло нужно? Мыло только обменивать на этот броник. Этот, бронеразгрузка, там два мыла, четыре туалетной бумаги, если не ошибаюсь. Нахуй. Один. Хотя, блядь, из рейда, наверное. Хотя, похуй, братан, у нас нормальные деньги продаются. Сахар нужен, рулетка вроде не нужна. Аленки надо складировать у себя. Оружейные части. Они нужны, не помнишь? Оружейные части только для крафта. Да, только на крафт. Там вроде, может, появились какие-то крутые крафты. Кузни продать. Что еще? Жетоны. Жетоны оставлю. Хотя... Что еще? Порох нужен. Лампочки нужны. Батарейка типа D. Типа D-Tark. На мосинку нужна. 6 штук на ротор. Короче, говно. Бесполезно, вроде как. Прям у меня куча. Вот у меня есть ключи. Дорогущие, пиздец. Аккумуляторная батарея циклон. Нужна? Угу. Там нужно будет. Тебе нужно будет эти. А, нет, циклон новый, который нет. Тебе этот автомобильной батареи нужны будут. Медички. Батарея. Батарея. Так.
смотрю циклон. На какой-то ключ у егеря меняется куча. И меняется совмещением с чем-то на МП5. МП5 говно. Ну это я нахуй никогда не соберу этот ключ и пущу. Укрученный тень. Так, 51 тысяча. Вот почему сколько? 47. Я продаю. А, похуй, уже не буду разбирать. Я лучше возьму один рюкзачок. По рукам. Ксена, все. Наверное, нужна. Банка из зернового кофе. Не помню уже, нужна ли мне. Это лупас. Нормально, похуй, кстати, интересно, какой можно будет закрафтить. Строится по квесту коллекционер с пометкой найдено в рейде. Не найдено в рейде, так что идет нахуй. Так, что еще? Паркордов дохуище просто. А я что, не ту батарейку продал? Ебать, я дам, походу. Ой, блядь. Ладно. Не, погодь, походу. Ебать, у меня дикий, блядь, дикий. Там дропаш, блядь, с компенсом, ебать. Масочки, нахуй, со спортивной сумочкой, ебать. Да я тоже тут. Сейчас пойдем. Думаю, еще один рейд как минимум. Пиздец у меня в инвентаре. Когда уже мне кейс найти? Прикинь, короче, мы с корешем, короче, играли в Тарков. Ну, я смотрел просто, как он шпидит. Mm-hmm. И я ему говорю, ну, сгоняй один, типа, FP5. Он, короче, идет, открывает меченку в этой хуйте. Вообще. И находит, короче, там кейс для денег и холодильник. И в подкок. Не может просто его забрать, потому что у него типа... Рюкзака нет, да. Да. То есть он забрал только холодос, потому что он дороже вроде бы. И все. Так, что еще можно продать, блять? Просто пиздец как. Все нахуй. Сникерсы. Так, я потом буду уже все это продавать. У меня просто места нет, я буквально не могу выйти никуда. Не, у меня в схроне дохуя места еще, я могу как бы еще рейдов 10 просто бегать и хуйню страдать. Ты просто подарок не забрал. Сравни. Да мне бы надо бы чела дергать потом уже. В япошках и китайцах, хуя себе. Я даже не могу, короче, просто даже выйти за ЧВК не могу, потому что у меня он забит и некуда дрыть нужно. Он продал кучу всякого говна. Не, если я еще за следующий стрим 10-й левел апну, тогда я буду играть в Тарков. Но я так, не буду опять его полностью проходить в пизду, блять. Я капу делать не буду, идите нахуй. Я 40-й левел апну, торговцы. В конце концов, все равно, наверное, что-то. Не, я буду Тарков проходить нормально, когда уже будет вот финальный релиз. Вот тогда я его сяду. Ты вообще слышал Буянова, что он собирается там делать? Нахую скакать, да? Ну, он там вообще, типа, какие-то ебанутые истории рассказывает про то, что там, типа, будут... короче, они видят игру так, что это будет, типа, прям полноценный выживач. То есть, где там ты будешь сидеть и молиться просто на то, чтобы найти какую-нибудь там полуразобранную аксу. То есть, все будут бомжами длиться очень долго по времени, и, типа, будут деньги очень долго копиться. Mm-hmm. Ну, вообще, звучит прикольно. Не, ну, в принципе... Там всем в уши нассал про Open World на Unity, там все. Ну, блядь, да, на Unity Open World, окей. Не, я только за, чтобы был реально такой хардкорный выживач, потому что, ну, блядь, ну смотри, допустим, вот он только будет в таком же состоянии во время на релиз. Ты его за 2 месяца уже пройдешь, как бы, вот. Да, да, вот прикиньте, типа, что делать. Там потом скучно будет. Ну, окей, да, ты можешь сам пойти себе вайпнуть все нахуй и идти опять сосать хуй, но я не уверен, что... А какой смысл в этом? Да. Типа, что, парагоны будут водить, как в этой, как, бля, в линейке или что? Ну, или... Или это, да, то есть, говорят, звучит как раз. Ну, блядь, я не хочу, чтобы Тарков начали мешать, допустим, современными трендами. Вот делать там что-то похожее на какой-то там Rust или DayZ, блядь, или еще что-то. Нет, как бы не надо. Тарков должен оставаться Тарковым, потому что вот у игры реально есть свой уникальный шарм. И каким бы он ни был уебищным, а он уебищен именно в плане, типа, техническом плане, блядь, в оптимизации и так далее. Все равно есть свой шарм, их не лучше его не терять разрабам, потому что как только они его проебут, ну, ГГ. Ну, это факт, да. О, хуя себе, UMP появился.
Я ж все жду, знаешь, с чего пострелять, побегать? С вектора. С вектора? Вектор, там говорят, такое просто ебанина. Просто, ну, в смысле, в хорошем смысле ебанина. Ты просто выходишь, вот даже там 4 ЧВК будут, блядь, ты их просто вот так... А ты не смотрел, короче, этого папича, короче, где он залил, короче, заводской вод? А так я же... Где он сидит, короче, на заводе, то выбегают 3 чела, типа... Так просто меня... так одну очередь. Это я видел, да, где он, блядь, 3 долбоёба солетают. Чё, причём, знаешь, он ещё, вот, окей, да, папич не то поимер, но, блядь, в этом моменте он зажал прям от души, ебать, я такой... Он сначала справа чела ёбнул, 2 выбегают, и он просто берёт такой, на нахуй, поебальником, блядь. Одну очередь. Да. Суров, но справедлив, я бы так сказал. Не, я до сих пор помню, знаешь, самый ржачный момент, это выход, который в подвале на заводе. Ты там вниз спускаешься, он открывает его, и там 3 чела просто так в ряд лежат. Ты не видел это? Видел. Блять, я вот с этого пиздец проорал, блин. Просто вот так 3 чела лежат такие на склоне, такие, типа, они его убить даже не смогли, блять. Они не смогли, да, он вернулся. Он еще одного гранатой взорвал, второго уебал, третий убежал вообще, блять, там какой пиздец творится. Так, сейчас, чем похавать возьму? Ну да, в принципе, чел, да. Блядь, мне нужна помощь. Я что-то не знаю, это вообще гнать. Так, ладно, надо разгрузить рюкзаки. Разгрузки надо разгрузить. Так, вот это дерьмо. Сюда. Так. Жгуты. Нахуй мне столько жгутов этих ебучих. Они ж копейки стоят. Так, торговля. Продать. Бинты, шины. Так, блядь, смотри, давай ластецкий рейд, и я уже хаваю. Ну, я хавать хочу, я уж пойду похаваю борщичка. А я тебе не скидывал? Я, короче, нашел у нас, прикинь, короче, в центре Монтрео, блядь, в центре города Швейцарии, рестик, в котором подают борщ за 600 рублей порцию. Огромную, блядь, со сметанкой, с чесночком, с хлебушком. Блять, я на борщах реально, у меня уже пузяка начинает потихоньку расти, блядь. Нормально. Я помню, я как-то, короче, самый вкусный борщ, который я ел, он был в Казани, короче. То есть я гонял в Казань с братом. И там, короче, в каком-то тоже такой типа ресторан в центре города. Там, короче, в такой хлебной тарелке тебе приносят этот борщ. Там тоже сметана такая. Да, я прям кайфанул. Я еще потом половину тарелки этой сожрал хлебом. Я как на долбоеба смотрел. Ну а мы че, мы люди простые. Ну, у меня товарищ на стриме из Казани тебе привет говорит. Кто это? Ну, у меня, короче... Дядька. Головной офис компании, короче, находится в Казани, в которой работаю. И этот. Сейчас, чел, вот, ну, бля, тут просто. Ну, у меня тотальный пиздец в инвентаре. Я сейчас буквально вот продамся. Пять секунд. Погнали. Я тебе кидал же скрины, да, вроде? Да, я кидал. Да, кидал. Окей. Я помню самый рофл, который ты мне кидал, это про мужика, короче. Которого ты преследовал. Я так с этого проорал тогда. Блять, иди нахуй, никого не преследовал, блять. Я не виноват, блять, что там какая-то хуйня в юбке, блять. То он, блять, на одном позе, то на втором, блять. Иди нахуй, блять. Так нахуй, батрос, ты говоришь. Я типа видел вот одного типа, говорит, и вот второй. Ну, спасибо, я сникерс схаваю. Просто было пизда неожиданно, я прям подохуел. Так, слушай, барахольщик, блядь, пошли, блядь, заебал. Все, я выкладываю все говно с этого, с чувака. Идем. Бля, куда мне им убирать? Бери с собой, у меня схрона дохуя места. Можешь мне все перекинуть, я не против. Ну,
конечно, здорово, но я тоже хочу. Так, блять, у меня задача еще не выполнена. Я хочу решалу уебать, карту спиздить и на лабу пойти. У меня, кстати, есть одна карточка. То есть, реально мы можем. Мне надо что-то решалу уебать, чтобы еще одну найти. А, блять, вот тут место появилось. Так, сюда мы кладем LCD, вот это все дерьмо. Блять, место для этого говна особо. Да нахуй это все собираю, блять. Просто кончено все каким-то ощущаю. О. Просто что-то Тарков сделает с людьми, просто превращает в каких-то, блядь, этих лутателей. Ну, у них 4 часа дня, по идее, да. Похуй возьму. А это что за ключ? А, это ты, который мне скинул. А в Лос-Анджелесе, например? Бля, еще вчера. Не могу М-ку убрать в инвентарь. Там 9 часов разницы. Давайте я вытащу что-нибудь. Оружие какое-нибудь хочешь? Да вытаскивай, я не против. Че тебе нужно? Давай так, у меня ППшка, я ее нахуй тогда убираю. Дай любую пушку, которая более-менее может дамажить. Более-менее. Ну, есть АК, есть СА-58, Вепри Хантер. Слушай, давай мне СА-58. Похуй, даже если она не грыжена, похуй. Она вообще без всего. Похуй, давай. Я даже патрошек так, возьму. Ща, я только разряжу. Так, М80 патроны мне надо найти только сейчас. Стоп, я уже нашел. Так, это тоже, блядь, целое дело, потому что... Так, нахуй выбросить эту сумку трансформер, ебаную. Взять рюкзак. Похуй, возьму еще раз большой рюкзак. А, я не могу его взять, мне места не хватит. Понял. Так, ладно, возьму маленький рюкзак. Ебать, у меня там тоже еще стволов. Так, теперь надо убрать сюда эмпу. Надо... Пиздец, блядь. Опыт как-никак. Быстрее апнул. Это сюда. Это вот так. Я, короче, сначала зашел, блядь, изучил все предметы. Второй левел получил сразу. Так я тоже, я сидел, как долбоёб, короче, этого... Как его зовут, забыл. Так, блядь, давай быстрее, блядь. Да, братан, блядь, просто я пытаюсь эту Сашку ебучую взять. Она понял, у меня без ручки, короче. У меня места нет, чтобы ручку поставить. Набери ты ее вторым слотом себе и все. У нее ручки нет. Понимаешь? Трагедия ситуации. А, и как мне, блядь? Я ручку снял? Нахуй ты ее снял? Нет, вот она у меня есть, я ее сейчас одену. Но проблема в том, что у меня нет места, чтобы ее одеть. Вторым слотом ее одень. Ща, во. Так, вот это дерьмо сюда. Я бы тебе показал, что у меня происходит, чего. Тут это, блядь, такой тетрис не бесит. Да я понимаю, что у тебя происходит. У тебя чисто это бомжатские эти... Описет. У меня кейсов вообще нету. Так, а магазины нужны. У тебя магазин есть? Это говно. Ну... У меня есть один с каким-нибудь патроном. Есть у меня один. Есть. Ну, я, короче, оставлю там патроны, какие есть, но, по-моему, не лютое говно. Ну, М80. У меня какой-то ФМЗ или что-то такое там стоит. А, забей, короче, все, забей, погнали, блядь. Я лучше эти ПСшки, блядь, возьму и все, давай, погнали, чё погнали. Думает? Я пытаюсь. Погоди секунду. Я теперь думаю, как, блядь. Это дерьмо взять. Вот, все. Так. Все, я таможка, 16:37 я жду. Блять. За что мне это дерьмо? У меня места нет. Сука. Блять. Что делать? Так, сейчас. Мне уже стыдно за то, что я тебя задерживаю. Возьмешь наушники, знаешь? У меня есть, все есть. Я готов, давай, погнали. Я тебе, чел, блин, сейчас. 5 сек, я пытаюсь. О, тут место есть. Тут хуя место. Все.
что-то, да. Ты бы видел, блядь, что за пиздец. Блядь, я как-то справлялся, блядь, когда играл в самом начале, у меня, блядь, базовое издание было. Ну, первый сезон, когда я играл самый. Я чел, самый рофл в том, что я купил апгрейд издания, потому что у меня начался такой пиздец, и у меня все просто нахуй засрано. Просто все, у меня нет вообще места свободного. Этот, блядь, 10-й левел. Так, все, я все взял, аптечки взял, ключи взял, это дерьмо оставляю. Так, на всякий случай застрахую. Застрахуй, ой, ой, застрахуй. Так, куда мы идем? Таможня. 16:48, да. Блять, сейчас, секунду, назад. Я заметил, что я в мажорском шлеме. Мажорский шлем. Вот, все, туда, все. Далее. Так, тритон. Хабать. Да. Сорян, чел, просто. Да без проблем. Я патроны забыл взять на этот. СКС? На СКС. Сейчас погодь. Ой, блять. Да? Да, чуть без патронов не ушел. Нормально. Ну что, я бывало, блин, знаешь, это как у меня пищи были в моменты. Я вместо, беру ВСС-ку, а вместо магазинов под ВСС-ку у меня магазины под МП-7. Ну хорошо, что я патроны хотя бы взял. Я, короче, я выстрелил один магазин, потом достаю вторую пуху, блядь, перезаряжаю патроны в магазин, блядь, вставляю ВСС-ку. Давай дальше, окей, можно дальше пиститься. Так, сюда патроны, это все. Да, пиздец, блять, все. Так. Таможня. Дальше. Так, все. На этот раз точно все. Далее. Пригласить группу. Да, мне причем копейки остались просто до этого, до next level. Че ты ППшку взял? Да похуй, вторым слотом пускай будет. Чисто диких попиздить. Ну ладно. Вообще поиск, блядь, будет минут 10, блядь. Япония, 4 часа. Утро. Вечером? Вообще, да. А, 4 часа вечером? Не, ты чё? Мне кажется, больше. Там нет, почти там... 12 часов разница с Японией у нас, по-моему, если ничего путаю. Не, не 12. Хотя не, наверное, 6, да. Я даже сейчас скажу сколько. Либо 7, либо 7, либо 8 часов. Японии 6 получается. С Америкой, наверное, 8. Ну, с Лос-Анджелесом у нас 9 часов. В Лос-Анджелесе еще вчера. А у нас с тобой. У тебя сейчас сколько? 8 утра. У нас с тобой до 2 часа разница получается. Рушим. Посмотрим. Идем. А как? Ага, копировать. Дублировать. Ох, ебать, нет, что я сделал. Ой, блядь, я случайно. Как вытащить те? Изменить создание группового. Рушен Куцкер. Crazy Russian Hacker. Так, я канал. Что там? Почему с чата нельзя перейти на него? Они пофиксили. Блять, да, сейчас, блять, нихуя слышать не будешь. Да, я еще из жадности хожу в этих ебаных ГСШ-ушах, которые, в которых просто, блять, все громче тупо.
помню, кстати, смотрел обзор, короче, челиков на реальные НГСШ наушники. Mm-hmm. Ну, которые в армии используются. Блядь, такая параша. Там... Просто батарейки, короче, которые в это в уши запихиваются, они вываливаются постоянно. Если ты, короче, там, типа, ну, башкой тряханешь, то она может, типа, отконнектиться, и нужно ее, типа, включать, выключать заново. Ну, может, это, конечно, какой-то китайский аналог был. Потому что я помню, такие рофлы были про, знаешь, эти... Какие-то типа часы подводников или что-то типа того, которые ломались там каждые... Ну, то есть там стрелки, типа там... Было написано, что у него такой-то механизм, на самом деле он в разы проще какой-то дешевый китайский и так далее. Ну, это типа, который именно вот на вооружении находится, если так можно сказать. Ну, мне кажется, там очень много возможностей для спекуляции на этом всем. Кстати, видел, что в этом, в БЛМе творится сейчас? Что думаешь? В этом, блядь, в Капитолии? Ага. Что сказать, блядь? Ну, я жду, чтобы не гражданская война началась, блядь, чтобы они там друг друга разъебали, блядь. Я только рад буду, по факту. Ну, вообще... Я помню, по-моему, была история, да, что когда этого Трампа избрали, или не Трампа, или вот Обаму, я не помню, почему еще президента, там у них был марш какой-то, короче, где, на который вышло типа 10 тысяч человек вооруженных. Просто вышли и прошлись, типа. Что-то такая хуйня была. И вот прикинь, после вот всех этих событий, типа, что со штурмом Капитолия, БЛМом, и так далее. Мне кажется, после инаугурации Байдена там может начаться реально пиздец. Там наоборот, прикол в том, что эти уёбки, они Байдена и поддержат, потому что он столько левой хуйни пропихивать будет, это пизда. Ну да, да. Нет, там, я имею в виду, я-то имею в виду, типа наоборот, чуваков, которые как раз таки, ну, условно правого толка. Так, у нас хороший спам, по идее, потому что передо мной трава. Если экран так рябит... Экран рябит, смотри. Ты сейчас в траве будешь. Ну, сейчас увидишь, мы в траве. Скорее всего, где мост. Окей, нигде мост. А ты, кстати, видел вот тут новые эти... Ну, то есть вот там вот справа расширенные, там, видишь, где такой ангар? О, сейчас дождь пройдет, отлично. А, при тебе пушку бросить, погоди. Ты челик? Выброси. На. Лучше магаз сразу перезаряди. Кстати, вот эта САК 58, она постоянно спаунилась с этим, с 80 патронами минимум. Mm-hmm. А сейчас там типа вот это говно БПЗ ФМЖ, который вообще типа не дамажит. Не, САК 58 это топ-пуха. Это универсальная хуйня. Вот я помню, когда я заканчивал играть два сезона назад, вот ИСА 58 и как ее, блять, там М14 просто на белиссимо. У нас уже вот экшен начинается будет скоро. Я надеюсь.
А вот бы в этой меченке был кейс. Оружейный? Какой-нибудь. Тут про Лукана. Ну, значит, там кто-то есть. Слушай, это где-то рядом. Мы куда? А, мы туда идем. Вижу, поднимается наверх. А он в говне. Ну, полетом. Успех. Нихуя себе, это ты? Не. Блять, ну вот это я забыл про гранату. Сука. Я просто потерялся, короче, немножко. Блять, я про гранату забыл, сука. Ты тоже отъехал, что ли? Я кого-то убил, я. А, я с ним разменялся. Окей. Ну, окей. Ладно, и так пойдет. Не, меня лук play a game. Меня убил. Вот я его и уебал. То есть он нас убил гранатой, мы отъехали. Я совсем забыл, я сейчас понял, ну как сказать, я с ним стреляюсь, я понимаю, что мне надо отойти, но я понимаю, что, блядь, кроме лева мне некуда отойти, я понимаю, что там граната, и я такой, ну надеюсь, она может там за этот холодильник укатилась, и это может, блядь, меня не заденет, блядь. А я что-то как-то, блин, я не знаю, я что-то... Сложно, короче. Гона диких фастом. Да бля, у меня на диких мест не... Ну ща, погоди, я быстро персонажа туда одену, чувакашника, чтобы место освободить. Персонаж... Так, разгрузку... Ладно, я последний завершу сам, подожди, я просто пойду на завод просто разъебывать. Да не, погнали вместе, сейчас. Я 2 секунды буквально. Просто одену. Поздно. Да, подожди меня, бля, брат. Подожди. Все, я готов. Окей, ладно. Дикий, дальше завод? Завод 15-28. Вперед, ебать. Заканчиваем. Давай, я тебя жду на кнопке. Или ты уже все улетел? Да не, сейчас я отмену нажал, блин, пока эта игра отменится, блядь. Мне просто... Задержка, блядь. Ощущение, что 5 часов просто. У меня потому что этот стрим идет на через их дефолтный сервер, поэтому... Там есть такая, скажем, небольшая фишечка, что если ты хочешь хорошего качества стрим, ты должен стримить через другой сервер и через другой протокол. О. Я опытным путем обнаружил. А ну отлетели мы, конечно, реально профессионально. Прям как эти. Просто на одной гранате. Да не, самое главное, чел уебал, и все, это самое главное. А, может, никто не придет? Мне это похуй, я сейчас ничего не страхую. Я страхую только нормальный лут, если он дорогой, а так смысла нет. А прикинь, там лежала красная ключ-карта в этом. В меченке. У тебя ключ от меченки есть? Есть, так я же открыл в тот раз. А, точно. Там нихуя не было, там была М-ка и F7. Я сейчас, короче... Знаешь, сейчас надо не только найти красную ключ-карту, надо еще выйти потом, блядь, с ней, с рейда, живым. Да, она же, по-моему, даже у торговца дохуя стоит, там, лям с лишним. Ну, то есть понятно, что там, ну, за 20 лямов ты не продашь. Но с другой стороны, ее юз можно. Так, дядь, у нас задача плыть? Простая. Мы идем пиздиться. До крови, ебать. Ой, я прогрузился. Так, ты где? Вон, я бегу. Все, мы идем пиздиться. Офис, да? Да, мы идем пиздиться у нас. И мы идем с фонарями. Ты сюда? Что за нахуй? У меня пинг, блять.
Сервер топовый, блядь. Пизда, блядь, он вышел, меня еще въебал. Черт. Ну, я ему въебало выстрелил, как бы. Ну, это было у меня на экране, как бы, понимаешь? То есть, эта игра, она славится тем, что то, что у тебя на экране, это еще не реальность. Сузон жидкий. У нас въебал. Да, блядь, я уже поставил, взял, блядь, специально уже въебал. Я не знаю, когда эта игра научит меня не кидать на такие уебищные серваки. А, ну, не показывается, блядь. Я уже поставил only и у серваки. Only, я их, блядь, все выбрал по списочку. Вот прям проставил. Only и у, блядь. Нет, меня кинет на Китай. Ну, МБ, потому что я их ставлю. Потому что... Не-не-не, да это все нормально было. Не-не, да это все нормально было. Это игра такая, прямая, так скажем. Так, что мне потом надо будет сделать? Мне надо будет МП-133 ружья, а я их могу же просто купить, правильно? Правильно. Нет, надо найти в рейде. Нет, там написано просто передать. А, ну может быть, ну. Ну, купить это еще... Что я делал? Мне еще где-то шприц-морф надо найти. Так. Может, скрафтить можно? Могу посмотреть у прапора эти дробаши. Ладно, похуй. Вечером, может, сяду погамать. Давай, давай. Ну, типа, если я за... Если... Да, пойду уже по делам, пойду хавать. Я хавать хочу, пизда. У нас уже 8:30. Что ты говоришь? Начал говорить, что я говорю, хавать пойду уже, потому что у нас 8:30. А так, если я сейчас, если я за один вечер прям плотненько, так часов за 7, за 8, не апну 10 левел, пизду я нахуй, я не буду гамать. Почему? Да, блядь, я заебусь нахуй, вот это дрочить 10 левел, мне, блядь, бесит эту хуйню. Раньше до 5 надо было, блядь, сейчас до 10, блядь, скоро до 20 будет, блядь. Ну, с одной стороны, типа, это хуйня, но с другой стороны, типа, понять можно. Это чтобы всякие, ну, то есть, тоже меры против читеров. Причем, ну, типа, по идее, должна нормально работать эта система. Что, типа, читаку не просто нужно достать аккаунт. Хотя, с другой стороны, читак, типа, он, по идее, 10 левелов там, за пару часов. Если не за один. Что думаешь? Да, сегодня вечером, скорее всего. Мне сейчас надо по делам отойти. Я думаю, где-то через... Думаю, к обеду я освобожусь точно. А, нет, стоп, сегодня вечером отбой, отбой, отбой. Отбой, блядь, я совсем чуть не забыл, нахуй, блядь. Сука, из головы вылетела. Сегодня вечером меня друг себе позвал. Ну, Лизан в его домик. И я там с корешем поеду, он со своей девушкой поедет, а его девушка, эту подругу, ну, которую, я не знаю, я скидывал тебе ее инсту или нет. Да, погоди. Ну, если это то, что ты кидал, то... А хуй знает. Да, мы с пониженной социальной ответственностью явно. Не-не-не, ща, подожди, ща. Погоди. Ща. Во, нашел. Во, вот это. Туда. Диск. Гибкое диск. Чудо. Попрошу заметить, весьма гибкое чудо. Ну, хуй знает. Короче, вот эта вот херня, блядь. Надо будет это проверить ее. Так скажем, на гибкость. Завтра я тогда уже буду стримить, потому что... Свингеров, что ли, или че? Нет, это взрослая жизнь, детка. Взрослая холостяцкая жизнь. Она настолько великолепна, что всяким куколдом
Этого не понять. Раунд. Ладно, давай. Да, это. Да, созвона, короче. Такой слился, блядь, сразу. Ну ладно, пойду, блядь. У меня ж девушка есть. У меня девушка есть, я пойду. Ты ж там наткнешься на какого-нибудь дебаг-чейзера, короче, бабу. Не волнуйся. Ничего будешь делать. Да, без проблем. А хоть что такое бакчейзинг? Вот я предполагаю. А как такое? Думаешь? Ну, чейз гоняться, окей, а вот бакчейзинг типа что за хуйня? Баг. Типа бакчейзинг? Как жук. А. Короче, вообще не очевидная хуйня. Это, короче, чуваки. И я просто охуел с того, что это существует. Это, короче, комьюнити ебанутых. Которые, у которых фетиш на то, чтобы заразиться СПИДом. Нет. Это не мое. Так, сейчас, секунду. Но просто прикинь, что такие люди существуют и вполне могут. Ну, дядь, смотри. Смотря даже вот на тот же Капитолий, там, БЛМ, вот эту всю хуйню, как бы ты понимаешь, что это еще не самое худшее, что можно увидеть в этой жизни. Вот у меня это больше всего и пугает, потому что это реально, типа так. Ну, то есть это не самое стрёмное, что есть. И, блядь. Да, завтра, в принципе, я думаю, завтра, так как у меня в среду дел вообще никаких нет, так что я даже, может быть, подрублю по нормальному времени. По отношению к всему человечеству. Я уже, ну, с этих дней уже буду играть в нормальное время, подрубать, потому что, как бы, мы до конца февраля на локдауне. А работать же можно, да, там? Понять, типа, окей, там, ну, допустим, даже. Так, дядька, сейчас я фастом стримовну, и сейчас подпиздим, сейчас подожди, минут. Ну вот, я жду 13-го, ну, я до 13-го сижу дома однозначно, то есть пара таких дел будет, не более. Так что я еще буду подрубать нормальное время и по МСК, то есть будет нормальное время, и у нас тут будет, ну, как бы, день. Погода, ну что, нормальная погода как погода, снега у нас нет в городе, в горах только снег, температура сколько там, минус 3 градуса всего лишь. Ну типа у нас снег и не идет даже, вот я смотрю в окошко, снега и в помине нет, хотя минусовая температура. Ну вот я в горы сегодня поеду к другу, там прям шикарная погода, и снежок, там прям все идеально. Ладно тогда, спасибо. Русский хакер. Увидимся тогда завтра. Всем, кто смотрел, спасибо. Было приятно. Всегда приятно встретить новых людей, поговорить, обсудить разные вещи. Это я люблю. Так что буду рад всех видеть. Давайте, ребят, до завтра.